товарищи, дорогие товарищи, дорогие, дорогие товарищи. Посуду помыть или оставить, или помыть, мыть или не мыть. Вот в чем вопрос. Так всегда, то одно, то другое, ну. Че ты все жалуешься? Вот мне интересно, че ты все жалуешься и жалуешься и жалуешься? Я, по-моему, никому ни слова не говорю. Я разговариваю сама с собой. Могу я пожаловаться сама себе? Посуду я ставлю, ладно? Ты не будешь ругаться? Будешь, да? Ну, ругайся, ругайся на здоровье, мне на тебя наплевать. Наплевать, наплевать, наплевать. Наплевать, наплевать, наплевать. Я слушаю. Степан Степанович, это я. Ага. Степан Степанович, я не смогу провести это совещание. То есть как это не сможете? Ну, я же не специалист по сельскому хозяйству, это не моя область. Я просто в этих вопросах не бум-бум, ну, пусть кто-нибудь другой. Да бросьте вы, не бум-бум. Именно вы способны зажечь людей с вашим горячим женским сердцем. Потому что другому-то некому. Сергей в отпуске, Марченко болен. Ну, болен, но он же всегда этим ведал. Ну, что это, фикция, все наше разделение обязанностей, я не знаю. Ни о чем нельзя договориться твердо. Ну, мне вполне хватает коммунального хозяйства. Николай же болен, у него перелом. А вам это полезно? Что мне полезно, когда 22-го совещание областной по воде? Я же должна поехать. Какое совещание? Водоснабжению. А, ну что же, ну не поедете? Как это? Степан Степанович, вы думаете, думаете, когда вы говорите? Я стараюсь всегда думать, когда говорю. Ну проведите вы сами это совещание, ну в конце концов. Так я занят. Чем вы заняты? Чем? Ох, Валентина, потерпите 2 года. Вот мой срок окончится, вас выберут на мое место. Вот уж тогда я вам буду докладывать. Чем я занят. А вы мне будете говорить, Степан Степанович, вы заняты не тем. Займитесь с завтрашнего дня вот этим. Затянувшаяся пауза. Ну ладно, спокойной ночи. Дорогие товарищи, дорогие товарищи, дорогие товарищи, мы с вами прекрасно знаем, что... Дорогие товарищи, мы с вами прекрасно знаем, что подъем сельского хозяйства... Дорогие товарищи, дорогие товарищи, дорогие, дорогие, дорогие мои милые товарищи. Ой, засни, засни, отстань от меня. Степан Степанович, это опять я. Понятно, я уже спать лег. Ну, я тоже. Степан Степанович, давайте перенесем это совещание. Нет, да вы поймите, это же очень важное дело. Мы говорим, пишем о сельском хозяйстве. Надо же, наконец, начинать действовать. Кстати, когда вам телефон поставили? Вчера. Так вот, позволю себе заметить, сейчас мирное время, никакой войны нет. Так что поначалу звони. Извини. Пожалуйста.
Я не знаю, вас, наверное, Мария Ефимовна прислала, да? А я думала, она старушку какую-нибудь пришлет. Ну, заходите. Ну, заходите. Сходите, ну, что вы стоите. Как вас зовут? Надежда. Надя. Надя. Ну, проходите, Надя. Ну, проходите. Я даже не знаю, что вам сказать. Собственно, ничего особенного делать не нужно. Так вот, убрать, посуду помыть. Пыли много у меня всегда. Кушаю я обычно в столовой. Вот когда только приезжает. Да. Ну, живу я одна. Сейчас, во всяком случае, одна. А вы из деревни приехали, да? Из деревни. А сколько вы классов кончили? 7. 7. Ну и как же вы думаете? Про что? Дальше. Ну, я не знаю, вы думаете продолжать учиться или как? Я могу вас устроить в вечернюю школу. Хотите? Ну, вы раздевайтесь. Ну, снимите платок-то. Ну как, вы согласны в вечернюю школу? Ну, что ж тут смешного, что смеяться? Вы что, обиделись, что ли? Да. А? Вам домработница нужна. Ну, конечно, мне домработница нужна. Давайте ваш чемодан. Куда вы пойдете на ночь, глядя, одна, я не знаю. Ну, не захотите домработницы, и так у меня поживете. А потом я могу вас на фабрику устроить, если не понравится вам. Вот будете спать здесь на диване. Вы же себе будете что-то там варить, готовить. И на мою долю сварите. А? Я перебила всю посуду. Видишь, все чашки у меня разные. Берите печенье, берите на это сахар. Печенье, оно вкусное, оно сухое, но оно очень вкусное. Это мне привез муж еще в прошлый приезд. Когда что-нибудь привозит, то всегда в огромных количествах. Берите. Я вас обидела? Нет. А что такое? Я домой хочу. Как домой? Вы же недавно были дома. Нет, у нас дома снег. Снег, но у нас... А у нас красиво. У нас тоже есть снег. У нас красиво. Надя, что с вами? Я давно не была там. Вы просто устали, Надя. Вы идите лучше спать. Я вам постелила. Спать. Надя? Надя? Да, я иду. А у вас что, может, у вас денег нет на дорогу? Ой, нет. У меня много денег. Много? Да. Я... Да, я на всем готовом жила.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что? Что? Ну как? Консервы килька, консервы судак. Так и живете? Как? Ну так. Ну как? Ну так. Ну работать-то надо. Работа. Разве это работа? Ну а чем же не работа? Я не меньше других получаю. 70 в месяц. Разве это деньги? А, Буран, разве это деньги? На можно и сотни, и полторы. Понятно. Дебет, кредит до первого ревизора. Они сюда не поедут. Поедут? Нет. А вот вы, наверное, больше получаете, что в рваных пиджаках ходите. Рваный. Надо зашивать. Давайте я зашью. Да, ну, давайте. Ну, зашей. А вот мы, например, с Семен Семеновичем, по Бестаю ходили, серебро нашли. Вот это деньги. Так это же не ваше. Неважно. Я приезжаю в любой город, даю телеграмму, высылайте 100 рублей, и сходу высылают. А надо, и ты еще вышли. Так это же казенные. Ну и что? Для работы. Ну ладно, давай колбасу, пиво. Давай. Ну и что ты на меня так смотришь? М? Ты на меня не смотри. Геологи народ ненадежный. Сегодня я здесь, а завтра я, может быть, на Камчатке. И потом мала ты еще. Так что ты на моей дороге не встречайся, поняла? Поняла. Ну. Гитару! Возьмите гитару. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося.
тебя нет, я почему-то всегда вспоминаю, будто мы сидим на этом диване. Мы никогда не сидим на этом диване. Вообще. Опять ты совсем одичал. Тебя надо опять приручать, да? Посади меня на цепочку. Что? Продень мне в нос кольцо и посади меня на цепочку. Да? Или на цепи. В сущности, я тебя совсем не знаю. Вот ты лежишь. Вот ты лежишь, я тебя вижу. Вот я вижу вот твои глаза, твои щеки, твои губы. Уши, волосы и нос. Да, да, да. Уши, волосы и нос, это я все знаю. А вот тебя, тебя я не знаю совсем. Вот ты лежишь, о чем ты там думаешь, о чем ты, да? О чем ты думаешь? Ты просто спишь, да? Ты спишь? Ни о чем я не думаю. Тебя это удивляет? Ты, наверное, всегда о чем-нибудь думаешь. Давай. Всегда, наверное, как все люди. А ты не думай, так тоже можно. Я тебе надоедаю. Ну что ты? Ты знаешь, когда тебя нет, я с тобой разговариваю часто. И за себя, и за тебя. Мы даже ссоримся. Когда меня нет, я, наверное, говорю значительно более умные вещи. Нет, не в этом дело. Не в этом дело. А в чем? А просто ты другой. Просто ты другой. Совсем другой. Хуже или лучше? Не хуже, не лучше. Другой и все. Ты каждый раз так быстро уезжаешь, что я не успеваю тебя узнать толком. Потом я тебе все придумываю. Ты меня не усложняй, я простой. Машу ногами хожу. Машу руками. Ты не простой, нет. Ты живешь как растение. Я пальма, я кактус. Ты для меня как растение с другой планеты. Раки, наверное, сварились. Раки, наверное, сварились. Да? Раки сварились. И я люблю тебя. Понятно? Понятно. Ты не любишь разговаривать. Смотри, сразу обо всем договаривайся и ставь на своем. А то эти городские, знаешь, никакие. Положите капусту. Хозяин-то мой сам генералом работает, знаешь, такой старый. Она тоже старая, как дерюга, губы как намажет, бантиком волосы рыжие, куда там. А твоя кто такая? А моя в рассовете работает. Ой, ну я ж такая рада, что я тебя повстречала. Ты знаешь, там у нас есть один сосед, и он в меня влюбился. Любка. А ну подожди. Ты куда? Надя! Ладно, иди. Ну вот. Что? Я вам дома борщ готовлю, вы здесь по ресторанам питаетесь. Сядь, посиди. Ну, я сейчас поем, надо я сейчас поем и пойдем. Но зачем же, я варю? Ты взятки принимаешь? Раечка, дайте ей пирожное. Вот этой девушке. Хорошо, Валентина Ивановна. Вы всех здесь по именам знаете. А ты думал, где я время теряю целыми днями? По ресторанам. По ресторанам. Одно пирожное, Валентина Ивановна. Раечка, два. Хорошо. У нее двое детей. Представляешь, у нее двое детей. Они ко мне с семьями приходили насчет жилплощади. Ну и дали.
Не, не хватило. Ну, оправдалась я перед тобой, Надежда Тихоновна. А домой не успела бы все равно. У нас через полчаса приемка второго корпуса. Это затянется. Девушки, к вам можно присоединиться? Пожалуйста. Весело у вас. Надежда Тихоновна, значит? Эх, Надя, Надюша. У меня тоже дочка была. Ее звали Надей. Ее немцы убили. Она и укувироваться не могла. У нее ноги не было. Эх, тяжело мне было при немцах. Очень тяжело. Это что вы, мороженое кушаете? Нет, пирожное. Эх, а я его не люблю. У нас тоже есть такой дед. Все время самогонку хлещет. Да, ну, блядь, страшных муромских лесах. Всяка нечисть бродит тучи, в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Ты знаешь, что Тихомиров-то умер? Страшно, аж жуть. Что ты говоришь? Угу. А кто это? Че, кто это, Тихомиров? Да. Ты каждый раз спрашиваешь. Ну, я забыл. Ну, кто это кто? А ты, брат, ты как будто даже рада, что человек умер. Да ну что значит рада? Ты знаешь, что его уже было сняли. Ну. Его вообще сняли, мы предлагали выходить на пенсию. Ну, а потом там какие-то колесики закрутились в обратную сторону, его не сняли. Его переназначили на другую должность. То есть это как будто мне назло делалось, понимаешь? Его назначили управляющим водного хозяйства. Ты понял? Я понял, что ты опять занимаешься своей канализацией. Ты зачем так говоришь? Заповедник, Игорь Ильич, страшных мур. Ты вообще, ты понимаешь, нет? Водопровод изобретен древними римлянами. А мы живем в 20 веке, новой эры. И в нашем городе все еще нет воды. Да, ну, подумаешь, какой-то заштатный городишко. Валь. Что, Валь? Валь, у тебя напрочь отсутствует чувство юмора. Потому что это не предмет для шуток. Вот ты представь себе такую историю. Когда его сняли, то ко мне приходит один тип. И заявляет, что вот, мол, у него всегда была вода, а теперь прекратилась. Я спрашиваю, на каком этаже ваша квартира? Он говорит, на четвертом. Я развожу руками, говорю, там, значит, проблема водоснабжения не решена еще. Он говорит, да, но до сих пор-то была у меня вода? Была. Действительно странно. Странно. Выясняется, что выясняется? Что он живет в одном доме с Тихомировым, понимаешь, на одном с ним этаже. И вот когда Тихомирова сняли, то ему перестали подать воду на четвертый этаж. Значит, персонально ему подкачивали до сих пор. Ужасно. Да нет, ну что, мне его жалко, может быть, действительно, он умер, как всякое живое существо. То есть, более того, я даже его как-то уважать стала, знаешь, умер. Нет. Да. Хорошо, что он умер своей смертью, потому что иначе ты бы его отравила, да? Вполне возможно. Ладно, не береги мои раны. Да ведь я тебя понимаю. У меня тоже, когда я в управлении работал, был такой начальничек. Усвоили, понимаешь, манеру Николая II развивать злость без волнения. Он заходится, кричит, слова глотает, а пульс спокойно бьется. И всем безразлично. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикимры живут. Защекочут да икоты и на дно волокуют. Будь ты пеший. А то еще другой был, тот наоборот. Кровью наливается. И так разговор идет в мягких их полутонах. О футболе, о женщинах, о том, о сём. А потом как гаркнет. Я подумал, подумал, терпел, терпел. Ну и на кое мне все это сдалось. И ушел. Теперь я вольная птица. В пределах реальности, конечно, но все-таки вольная. Ой, отдай! Девушка, девушка.
Сынок, тебя как звать? Меня? Сергей. Сережа. Эх, сынок, сынок, у меня тоже сын был. На тебя похож. Но его немцы расстреляли. Самое печальное, что все это действительно правда. У него действительно немцы убили и сына, и дочку. Ну ладно, жизнь продолжается, я побежала. Вы дом проверяете, тетя? Можно я с вами? Ну, конечно. Каждый раз рассчитываю, каждый раз я опаздываю. Чего знаешь, что безобразие. Ага, вот и Валентина Ивановна. Опаздывайте, опаздывайте. Полчаса уже. Здравствуйте. Комиссия ожидает. Ну, я, конечно, опоздала, как всегда, вы меня извините, да? Пойдем, Валентина Ивановна. Ну, товарищи, я предлагаю начать осмотр. Сергей Петрович, вот, зайдем. Поднимемся на четвертый этаж. Почему на четвертый? Вы убедитесь, убедитесь. Давайте сначала поднимемся на пятый этаж. Чтобы все здание сделано. Ведь мы были там, что? Разве есть там какие-нибудь дефекты? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Кстати, насчет дефектов должен сказать, я вчера был в кинотеатре. Вот посмотрели. А при чем здесь кинотеатр? Это строила не наша стройка. Как-то приятно для глаза, Илья Васильевич. Я не знаю, что здесь. Сергей Петрович. Что переделали, Сергей Петрович? Переделали. Я вам на слово верю, вот сейчас посмотрим. Вы почитали те жалобы, какие сыпятся в горке и от области свободно. Подписал. Каждый день ко мне приходит, каждый день. И спрашивает, когда будет вода, когда будет вода. Я им отвечаю, каждый раз я им отвечаю, как автомат. Но через год будет вода, через год, через год. Не в этом районе. Краска на ванной осталась? Да ну что вы, краска, ведь это мелочь, совершенно мелочь. Если мы будем обращать еще раз краску, внимание... А кто же будет обращать? Кто же будет обращать? Почему жильцы? Нельзя же так все время жить и ждать все время, что что-то произойдет через год, через месяц, я не знаю, когда, через 20 минут, в конце концов. Это же люди, они же сейчас живут. А мы обращаем внимание на ванной краска. И непонятно, почему цыгане не идут в геологи. Те же шатры, те же песни, еще деньги платят. Мы, между прочим, еще и работаем. Да, и работаем. А ты не показываешь, что ты такая ироническая женщина. Ну, что я показываю? Я ничего не показываю. Нет, почему? Тебе надо меня разоблачать. Тебе надо доказать. Ну, что доказать? Не знаю, не знаю. Наверное, что я бездельник, что ли. Одна ты живешь так, остальные все не так. Тебе надо, чтобы человек вертелся, как автомат заведенный. Чтобы ему было тошно. Да здравствует чувство долга. Вот тогда ты его будешь уважать. Сочувствовать, но уважать. Я вовсе не кручусь из чувства долга. Мне это нравится. Ну, представься. Конечно, одна ты настоящая, остальные же все бумажные. Не надо так. Ну, зачем это мы ссоримся все время? Ну, не надо ссориться. Ну, не надо. Это все потому, что ты у меня тоже начальничек. Да? Да. И ты точно так же... Время от времени думаешь, да? А на кой мне это все сдалось, да? И уходишь в лес. Так? Примерно так, да. Вот, вот это я давно хотела услышать из ваших уст. А то ты все ведь идейную сторону выпячиваешь. Я геолог, геолог я, понимаете? Нет, с тобой невозможно. С тобой просто невозможно. Все время думать так, я говорю, не так. Ты пойми, я не хочу, чтобы меня разглядывали под микроскопом. Я не червяк. А если даже червяк, я все равно не желаю. Ну, я вовсе не разглядываю. Я просто на тебя смотрю, мне интересно на тебя смотреть. Ты что хочешь, чтобы я с закрытыми глазами, что ли? Ой, закрытыми, с полузакрытыми. Вот я живу с полузакрытыми глазами, мне хорошо. Мне отлично. Да-да. И не надо меня воспитывать, учить. Я уже совершеннолетний. Я закоренел, и все это бесполезно. А если ты меня любишь, ты должна на меня смотреть влюбленными глазами. Слепыми. Давай целоваться. И все прочее. Ну, улыбнись. Почему ты уходишь?
Вот, ну, теперь понятно, почему ты уходишь, а почему ты возвращаешься? М? Почему? Может, ты меня любишь? М? Все может быть. Сергей Петрович, ну подпишите, примите. Я подпишу, понимаете. Но дело же не в этом. Это просто формальность какая-то. А для вас формальность, но для нас совершенно другое дело. А хотите, ведь меня же спрашиваете, рабочий, зарплату. Ну что? Вернись еще разочка. Валентина Ивановна, вот он был. Осматривал краны там. Ну вчера же не было воды, вода. В одном подъезде есть вода, в другом нет воды. Так не бывает. У тебя просто водяная болезнь, Валентина, честное слово. Может и болезнь, действительно. Ну, я сама могу. Может, пойти, и я с вами? Да нет, я не заблужусь. Зачем со мной ходить? Да есть же там вода. Боже. А я хочу проверить. Посмотреть, как водичка стоит. Да, ну, вот да хочется ладно. Посмотреть. Вот на флоте, там хорошо. Ни одной здесь женщины на корабле. Старичи. Мы здесь стоим, ладно, а женщина по лестницам мотается. Да какая она женщина? Она ответственный работник. Хорошо, правда? М? Ничего. А вот если ко мне домой ехать, так по этой дороге. Прямо, прямо, прямо. А у вас в городе вода не как вода, трубой пахнет. И чего ты из дома уехала? М? А я не люблю, когда зимой солнце. Я люблю, когда зимой снег лежит толстый, толстый. И солнца нет, и тихо, тихо, тихо. Ты чего? Да так. Ну чего? Да ничего. Слышь, он подходит ко мне и говорит, это неправда, ни жены, ни детей у меня нет. Но с ними разговаривать не стал. Я ему говорю, как неправда? Аж там, говорю, в паспорте. Ой, ну все ты, Любка, брешешь. Брешешь, ты посмотри. Так мне он, ребята, Васька, как он мне паспорт ее показал, я хотела было разорвать, просто он ее у меня выхватил. Я вон под автобус хотела броситься, с Киева шел. Люди добрые становились, чего? Вряд молода еще, вся у тебя жизнь впереди. Ой, Лю, и все ты брешешь. Мне же твоя мать говорила, что ты замуж за него. Мать говорила, замуж выходит, чего бы я с тобой в горы шла? Сидела бы дома. Ну, сидела. Ага. Вот денег наработаю. Много-много денег наработаю. Домой. Эй, ты, подвези! Эй! Никто мне тогда и не указ. А то, может быть, еще и не вернусь. А я себе сапоги на зиму куплю. Не буду в валенках. Люблю в сапогах. Снег скрипит. Эй! Требуется подавальщица судомойка. Обращаться в буфет. Эй, налетай, девки! Вакантное место, Надька в буфетчице, замуж вышла! Красноярску катила! А что, счастливое место! Неделю не проработаешь, сразу замуж беру! Остаться, что ли? Ты знаешь, я, наверное, останусь. А то, может, жребий кинем. Да сдавайся мне то, что здесь скука-то хуже, чем у нас. А я в город потопаю. Вот ты сколько классов кончил? Семь. Семь. А стаканы поставила вверх дном. А что? А ты их так не ставь, ладно? Пусть там водичка на дне стакана останется. Бог с ней. Ты смешной человек. Ну вот, водку ты разливаешь, так ведь мерку-то с водкой надо прокидывать быстро. Глядишь, хоть кое-что да назад по стенкам стечет. А-а-а. А что? А что? Что ты смеешься?
Вот берет у тебя покупатель 150 граммов колбасы. Так ты ему дашь 150 или 148. Какая ему разница? Ему-то от этого ничего плохого не сделается. И государству никакого вреда, а тебе польза. А 2 граммов-то? А 2 граммов. Ты сколько классов-то кончила? 7, говоришь? А сколько человек сегодня было в нашей чайной? А я знаю. 70. А ну-ка умножь, пожалуйста, 2 на 70. Сколько будет? 140. Граммов. 140 граммов. И все твои. Нет, торговать, я тебе скажу так. Торговать, милая моя, надо с умом. А иначе? Иначе вообще не интересно. Ну-ка, ребята, все это кому все это? Чепуха какая-то вообще. Зачем? Верно я говорю? Верно. А что это у вас в списках? Горячего ничего нет. Горячего нет? Не положено. Здесь же, милая моя, не чайная, а буфет. Да? Да. Ну, тогда я вам готовить буду. Я готовить люблю. Ну, давай, попробуй. Ух ты! А что это у вас там? Цыгане, что ли? Какие цыгане? Смешная ты какая. Геологи, землю роют, золото ищут. Здесь? Да нет, здесь они просто машины дожидаются. Вот машина должна за ними скоро подойти. Как подойдет, так сядут и поедут. Да. И чего вы так? Что? Что так? Крутитесь, бегаете, по телефону названиваете. Все эти бумажки, все эти люди, все ходят, звонят. Ну, такая работа. А зачем? А зачем, действительно? Может, прекратить, а? Это идея. И крутитесь, и конца этому не видно. Что ты имеешь в виду? Что я больше, чем на свою зарплату кручусь, или что? Да нет, я просто так говорю. Мне это нравится, понимаешь, я это люблю. Я люблю как-то, чтобы как-то все вокруг менялось. Само оно останавливается, у меня терпение лопается, мне хочется потолкнуть сильнее. Иначе ж скучно, вот и вся любовь. А может, вам детей надо? Мне все надо. Вообще, мне, наверное, только кажется, что что-либо меняется. На следующий день посмотришь, а оно на прежнем месте. А у нас одна в 50 лет тройню родила. Забежала по соседству соли одолжить, а у вас тут целое общество. А действительно, еще какое общество. Зина, 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 Зина. Здравствуй, Зина. Как ты живешь? Ничего, нормально. Я вот книжки принесла, можно еще взять? Дим, ты каждый раз спрашиваешь. Ну, конечно, можно. Ну. А почему вы чай не пьете, а? У меня даже конфеты где-то есть. Я поставлю. Валентина Ивановна, вытяните карту. Лидия Сергеевна, я этого не люблю. Вы это прекрасно знаете. Ой, он да уже закипел. Зиночка, давайте я вам погадаю. Ой. Вы правильно чай-то заварили? Правильно. Валя, я наливаю. Угу. Зиночка. Я слышала, что вы замуж выходите. Давайте я вам погадаю на Бубнового. Ничего, они ко мне все пристают. На работе ребята моду завели. Чуть что, Зинка замуж не вышла. Вот пристают. Люда, ну оставьте ее в покое, действительно. Ну почему обязательно замуж выходить? Нет, Валентина Ивановна, замуж выходить нужно. Я, может, из-за вас и не вышла. Как это из-за меня, Зина? Ну, конечно, из-за вас. Потому что я вот когда с вами познакомилась, так от своего круга отбилась. От своего-то отбилась, а к вашему не прибилась. Ну, как стала к вам ходить, стала книжки читать не про шпионов. И мне все так интересно показалось. Очень с вами интересно поговорить. Мне-то вот с вами интересно, а вам ведь со мной не интересно. Зина, мне тоже очень интересно. Почему ты так считаешь? Ну, почему? Ой, я совершенно забыла, что у меня 22-го совещания. Мне же нужно доклад делать. А что за совещание такое? Да вот такое интересное совещание, что я должна уговаривать людей ехать в деревню. Они не хотят, я должна их уговаривать, взрослых людей. Попробую уговорить. Вот бедняжечка. Я вот что хотела сказать. Почему я из-за вас замуж не вышла? Мне вот раньше какие ребята нравились. Мне нравились вот такие, что вот он идет... И все от него шарахается. Ну, потом мне еще нравилось, чтобы наличка красивенький был. А теперь мне все умные нравятся.
Они-то мне нравятся, а я-то им нет. Я-то ведь не умная. Им-то со мной неинтересно. Это воспитание, это что и зависит. Или еще там от чего-то книжек. Раньше я действительно здорово замуж хотела. Потому что вот раньше-то я жила на квартире, а теперь я в общежитии. Я вот когда на квартире-то жила, так мне там грустно было, потому что я видела семью. Что ты видела? Ну, семью, семью. Хозяин с хозяйкой, муж и жена, дети. И потому мне так тоскливо делалось, думала, ну чем же я их хуже-то? А потом, как в общежитие переехала, так вижу, Аня Савелова, хорошая девушка, сдержанная, не то что я. И никого у нее нет, и ничего, живет. Пишет Тоня беленькая, тоже никого у нее нет, и тоже ничего. Вся моя тоска прошла. У нас общежитие хорошее. Ну ладно, Виночка, не грусти. Давай тебе погадай на Бубнового. Все пройдет. У меня рука легкая. Да отстаньте его со своими глупостями. Угадайте мне. Только учти, я колдунья. Что нагадаю, исполнится. Посиди на карте. Кто не верит в карты, может спугнуть ее. Давай. Для тебя, для дома, для сердца. Нет, я лучше тебе свое любимое гадание исполню. На четырех королей. Ну, загадай четырех мужчин. Четырех? Ну, тогда другое гадание будет. Загадай одного мужчину. Загадала? Какого? Как какого? Ну, какие у него волосы? Брюнет? Нет. Консервы килька, консервы судак, сыр голландский, колбаса московская. Пиво когда бывает? Водки нет, потому что это не чайная, а буфет. Правильно? Чего брать, Семен Семенович? Пиво убери, колбасу убери. Не моргай, не моргай. У меня что есть? Вот ерунда какая красивая. Сочетание красок. Конечно. А здорово, да? Сидит в кресле у этого камина. Ох, девушка, девушка, что-то уже тут есть. Сейчас я тебе все скажу. Ждет от тебя известий, хлопочет о свидании. А это что? Да, он какой-то неудачный мужчина, боится встречи и думает о тебе с тоской для себя. Чего это у нее в рюмке? Коньяк. Тут же написано, коньяк Хеннесси. Да не станет торопить коньяк. Ну да, не станет, еще как станет. Да, нет. Ну да. Она вот сидит, ждет. Сейчас к ней придет дружок. И они вместе дернут. Хеннесси, Цинандали, Сапирави. Кинзмариули. Мукузани. Боржоми. Столичная русская, 40 градусов. Я думаю, мы заслужили, а, Семен Семенович? Хватит нам поститься. Дай-ка ты мне... Знаешь что? Водку. Ну, это само собой. Вам нужен лимонад? Да. Угадай. Ну, колбасу. Да. Дай-ка ты мне гребешок. Я свой потерял. Сейчас. Вот он! Ты думаешь, я причесываться? Ошибаешься. Ну,
Ты меня смешишь, и я не могу играть. Это нехорошо, девушка, это дурно. Ай-яй-яй. Выходили мы с тобой, а, Семен Семенович? Выходили. А вы что, золото нашли? Серебро. Серебро, серебро нашли. Чего искали, то и нашли. Эх, жалко, гитары нет. Он здорово на гитаре играет. Жалко. Я ее в одном доме оставил. Ну ладно, отрезано и забыто. Надо другую купить. Вот эта девушка. Вот это да. Это у нас один проезжий ночевал и забыл. Тебя как зовут-то? Надя. Надя. Садись, Надя. Эх, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны. Тучи над городом встали. В воздухе пахнет грозой. За далекою Нарвской. Поговори, хоть и ты со мной, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, а ночь такая лунная, их рад, а еще рад. Еще много-много-много-много раз, их раз, раз, еще раз, да еще много-много раз. На горе стоит алха, а под горою вишня полюбил цыганку я. Она замуж вышла, эх, раз, раз, да еще раз. А еще много, много раз, их раз, да еще раз, а еще много, много раз. Ну идите в свое управление, есть же у вас там завхоз какой-нибудь. Завхоз есть, резины нет. Резины и времени. Ну хорошо, а почему вы пришли ко мне? Ну почему, идите в райком вообще, идите куда хотите. Один автограф. И прииск будет назван вашим именем. Я прошу. Знаете, назовите его именем вашего завхоза. Ну, завхоз Иван Мефодич, это же некрасиво. Автограф, мадам. Во-первых, я вам не мадам. Ну, это правильно, да. Потом, я очень устала. Да. Давайте закончим этот разговор, потому что да. Вы у меня с 4 часов. Ну, правильно. И мой рабочий день кончился 20 минут назад. Да. Ну, я не понимаю, почему она должна оказывать предпочтение? Ну, как ну почему? Ну, потому что это элементарный закон гостеприимства. Геологи, гости в городе. Ну, какой вы гость? Гость, я гость. Вы работаете в управлении. Нет, это я работал в управлении, сейчас я ушел. Из управления прямо на природу. Это же подвиг, надо поощрять. Да, действительно, геолог, и торчать в управлении. Давайте, я там вот что подписывать. Вот тут. А что это вы кабель, а кабель вам зачем? Как, мы люди цивилизованные, нам без телефона нельзя. Вот у вас их 2. Минуточку. Прошу. Ну вот, и прекрасно. Вы просто взяли меня измором. Да вы не огорчаетесь, вы не огорчаетесь. Да? Вы поступили как мудрый государственный деятель. Знаете что, пойдемте в кино. Как ты? Какое кино? Американское. Стрельба, скачки. Ковбои. Первые люди на земле, да? После геологов, разумеется. Возможно, но я как-то ковбоев еще меньше, чем геологов люблю. Вообще я не могу, я занята. А я понимаю, тонкие личные обстоятельства. Да, очень тонкие, очень личные обстоятельства. День рождения. Это следует считать официальным приглашением? Я согласен. Нет, нет, я ничего не устраиваю. Вообще это не такой уж праздник для меня. Ну, зато это праздник для меня. Я вас совершенно официально приглашаю отпраздновать ваш день рождения в лучшей забегаловке этого города. Идемте. А вам не кажется, что это не совсем прилично? Нет, не кажется. Моральную сторону этого дела мы обсудим по дороге. Идемте, идемте, идемте.
Здравствуй, Катя. Здравствуй, Валечка, здравствуй. Что случилось? Да насчет квартиры ну, все время. А что ж такое? Ну, я уже тебе надоела, и мне надоело. Все обещаете, обещаете. Ну так что? Ну так что, седьмой раз к тебе прихожу, вот что. Ты первого же, Катя, первого в селении. Я понимаю, что первого. Уже обещали, что будет 20-го, 25-го, а теперь первого же. Ну слушай, ну Катя, первого вас вселяют. Ну я понимаю, что первого вселяют, но... ваш дом аварийный. Я понимаю, что аварийный, но ведь это обещают, обещают, и все люди говорят, соседи говорят, что... не слушай соседей, слушай. Слушай меня, первого числа в селении абсолютно железно все. Ну хорошо, надеемся, ну, все, ждем. Все, все, все. Пока, до свидания. До свидания. Седьмой раз прихожу уже. Ну? Ну. Эти бабьи жалобы и сложности. С мужчинами как-то проще все-таки. Вот у меня на работе хорошо. Одни мужики. Просто вы жалеете. Кого? Мужиков? Да нет. Вот Зину. Других там. Хм. Вот посмотришь какой-нибудь кинофильм, так? Или книжку прочитаешь. И все там такие красавцы, и красавицы, и чувства, и действия, такие осмысленные, законченные. Но даже когда страдают, то как-то все логично и правильно, и причина ясна, и следствие. Есть начало, середина, конец. А тут все как-то неопределенно, неоформленно. Ну ладно, все это лирика. Давайте я почитаю, что я буду говорить на совещании. Послушай. Дорогие товарищи, по нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Телеграмму они получили позавчера. Концу унося. Седоков. День-два, то все. Значит, время другое. Машины в разъезде, другое, да? Но счастье как ну, отсел встречи. Значит, завтра будут они за нами. И в погоню летим. Ну, в крайнем случае, послезавтра. Убегающим след. Сиди, сиди у камина. Сиди.
Я вам пиджак принесла. На ловца и зверь. Здравствуйте, ходи, Семечек. Здравствуйте. Ты что? Не хотелось людям портить воскресенье. Но раз уж встретились, три раза не мог попасть к вам на прием. То есть как это? Вы не могли попасть ко мне на прием? Вот-вот-вот. Почему? Вот так я друзья встречает, укоряет, забюрократился Тарасенко. А я по кабинетах не сижу. Одна нога на одном объекте, другая на другом. Как у вас пополам не разорвало? Разорвало, Валентина Ивановна, в том-то дело. Нос вылезает, хвост вылезает, фигура тут, фигура там. Так что, милая, вытаскивайте нас. Ну, а чем же я могу вам помочь? Да комиссии, комиссии, господи. Ну, комиссию. Дважды присылали комиссию. Вы про шестой, что ли, корпус говорите? Шестой. Тот самый. Дважды присылали, дважды не принимали. Так вы сделайте все как следует. Тогда и примем, так? Там же насос не работает, воды там нет. Что ж вы хотите от меня? Сделали, Валентина Ивановна, за милую душу, как пить дать. Я только что там был, осматривал самолично, вот, и ключи при мне. Пришлите комиссию побыстрее, ведь там жильцы, старики, женщины, дети плачут. Плачут, да, это, по-моему, квартал кончился, ваша премия плачет. А жильцы они потом будут плакать, вот когда им придется ведрами воду на пятый этаж таскать, вот. Валентина. Они все хором будут плакать, старики, женщины, дети, да, вам лишь бы премия, понимаете, спихнуть, Валентина, да еще, да? Валентина, сегодня 17 октября. 17 октября же. Сегодня 17-й, сегодня мой день рождения. Ну, послушайте, Кирилл Федорович, ну, если там все действительно в порядке, я готов хоть сейчас пойти посмотреть. Да, уже воскресенье. Ну, как давайте воскресенье? Завтра. Ну, а почему вы не хотите сегодня? Ну, давайте, если сегодня все в порядке. Я... Завтра же будет комиссия, я вам обещаю. Ну, пойдемте. Ну, давайте мне ключи, не хотите, я сама пойду. Давайте. Вот видите, Валентина Ивановна, ну вот смотрите, вы в прошлый раз говорили подоконники. Вот взгляните, все переделано как следует, и прекрасно, и полы в порядке, верно? Я вижу. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна. Я вот только не понимаю, на что вы рассчитывали, собственно, вот так вот на живую нитку приладить, да, для комиссии, обмануть, да? Нормально? Ну, при чем лисёчка вчерачится? Вселяться главным образом надо. Что это такое безобразие? Мне важно вселиться. Товарищи, в чем же дело? Ведь у людей уже терпение лопается, в конце концов. Делает? Сколько можно ждать? Он это делает, да? У него премия, он вообще сюда ногой не ступит. Никогда в своей жизни. А потом будете бегать ко мне, да, жаловаться будете, что у вас воды нет. Нам квартиры дороже. Да? Ну вот, вот вы, видите, например, дорогая, надо вы... людям идти навстречу. Так, а вот я не понимаю одного, как вы будете жить без воды? Ну, на каком этаже ваша квартира? Я и сейчас ношу воду из колонки и буду носить, как вы не понимаете. Мне важно квартиру получить, чтобы в одной комнате не толкаться. Ну что вы, оформляйте, прошу вас. Я не имею где жить, а еще с детьми. Вы ж поймите, оформляйте уже. Все. Я буду жаловаться. Ну, пожалуйста.
Ох, и когда это все Дом не будет принят категорически. Пока не будет наложен бак, насос, пока не будет воды. Все. Ладно. Попрошу всех выйти. Выйди, прошу. Догоняйте нас. Тоже мне выйти, выйти. Тоже мне. Большой хозяин. Постыдились бы. Позвольте, пожалуйста, позвольте. Твоя именинница, у кого день рождения? Позвольте. Чего это? Не знаю. Газетка где ваша? Что это такое? А вот сейчас увидите. А кто это? Мадам, примите мои поздравления, а также мои лучшие пожелания, и, а также, черт, не могу сразу сходу придумать, так, значит, да. Мадам, примите мои поздравления, а также этот магнитофон, и также мое уверение в том, что 22-25 числа я, хоть и с небольшим опозданием, но зато лично все вам засвидетельствую. Ты представляешь, в этом городе существует бюро услуг. Я тебя поздравляю, Валя. Валя, я тебя поздравляю. Валя, это я. Я, Максим. Максим. Ну все, все. Прошу расписаться в получении магнитофона. Когда? Сейчас, конечно. Когда? Я ему и белье дала. Две наволочки, две простыни, два пододеяльника. Немножко лаком. А он все равно в общежитии не живет. Все ко мне приходит. У тебя, говорит, мама, так вкусно пахнет, а там, говорит, ничем не пахнет. Только ему от меня неудобно далеко на работу ездить. А Санька своей он не живет. Санька своей он не живет. Вот, а от меня ему далеко. Да и трудно ему, конечно, так. Ну что ж, со мной в одной комнате, верно? Еще бы. Конечно, трудно. Нет, он говорит, мам, я хорошо к ней отношусь, но, говорит, мы надоели друг друга. Ой. Представляешь, у них друг на друга аппетит пропал. Нет, такие молодые. Что ж дальше-то будет? Сам-то симпатичный. Да верно? Ничего, тоже. Он очень симпатичный. Просто котик. А я его так называю. Молодой котик. А ты ему скажи, скажи. Лёля тебя вот так называет. Он тебя видел. Да? Да. Он говорит, что это какая у вас маникюрша симпатичная, только муж у нее уж больно велик. А правда, муж у тебя уж очень большой. Ага, он большой. Я-то сама маленькая. Просто крошка, правда? Но дело в том, что я люблю больших мужчин. Валя, ты знаешь, что это такое? Что это такое? Это пища богов, Валя, это раки. Ну, кто же их столько съест? Я уже сбегал за пивом. Что? Ты в чайнике, что ли? Конечно, в чайнике. Слушай, а потом ты что, будешь кидать кипяток, да? Раки любят, чтобы их варили живыми. Ты что ж, никогда не ела раков? Когда-то вроде, давно. Ты не жила на свете, все это время ты только спала, раки. Что может быть прекраснее? До свидания. До свидания, до свидания. Ты знаешь, кто это? Кто? Это же Свиридова, а ты такое болтаешь. А что? Что, она не женщина, что ли? Обыкновенная баба. Воображает из себя каких-то особенных. А она ничего из себя, правда? Ничего. Нет, она ничего. Она очень даже ничего. Какой-то бородатый к ней ходит, тоже ничего интересный. Здравствуй. Мыши-крысы есть? Что? Мыши-крысы есть? Нет.
магазин электротоваров? Да. У меня к вам просьба. Пожалуйста. У вас был куплен магнитофон с доставкой на дом через бюро услуг. А разве вам его не доставили? Нет, доставили, спасибо. Я хотела вас узнать, когда он был куплен, до 15 марта или позже? Да нет, нет, это невозможно. Ну, почему же невозможно? Посмотрите в книге. Ну, гражданка, мы таких справок не даем. Это из райсовета вам звонят. Моя фамилия Свиридова. Да. Одну минуточку. Свиридова. Магнитофон был куплен 20 февраля, да? Спасибо. С условием, пожалуйста. Значит, до 15 марта, да? Да. Спасибо, извините. Пожалуйста. Скажи, ну кто я здесь буду, ну? Просто твой муж, да, и все? Ну, почему муж? У тебя своя работа, у меня своя работа. Ну, какая же это работа, если я ее не люблю? Ты просто меня не любишь. Ну, ты пойми, Валя, существуют разные профессии. Моряки, например, годами... Ты просто меня не любишь. Ну, зачем так упрямо повторять? Ты просто меня не любишь. Зачем так упрямо повторять, что я хочу, чтобы мы были вместе? Ты не хочешь, ты все... Ну, хорошо. Поехали со мной. Собирай вещи. Ты знаешь, я серьезно с тобой разговариваю. И я серьезно. Собирай вещи, поехали. И что я там буду делать? Кашу вам варить или что? Ну, не хочешь, не будешь варить. Собирай вещи, поедем. Ты соображаешь, вот я вдруг все так брошу, все дела и поеду куда? Ну, вот с этого ты начинала. Я. А я? Ты просто, ты эгоист. Из рук вон плохо шли дела, у меня шли дела. И вдруг сгорели пламенем дотла, не дела, а зола. Весь год жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла. И вот опять веселые дела у меня. Дела. Меня замучили дела, каждый день дотла. Сгорели песни и стихи, дребедень. Ой, ну перестань. А вот еще такая песня есть. В Ватикане прошел мелкий дождичек, римский папа пошел по грибы. Ну не нужно это все играть, петь без конца. Ну я не хочу, я хочу, чтобы меня любили не так. А как? Ну, я хочу, чтобы все из-за меня бросить. Все, да, ну. На все из-за меня пойти. Да ну, ты книжная женщина, Валь. Да, конечно. Ну, ты пойми, не могу же я сидеть дома и ждать тебя со службы. Ну, почему сидеть дома? Ну, будешь работать. Ну, работал же ты в управлении шахтой. Опять эти бумажки, отчеты. Я же начну тебя тихо ненавидеть, и все. Дьявол, где же мои часы, а? Сунул куда-то. Нет, мы с тобой из разных племен, Валя. Я из племени Мумба-Юмба, а ты из племени Микки-Наки. Ну, может, стоит все-таки попробовать. Ну, попробуй. Ну, раз тебе не хочется отдохнуть просто от всех этих твоих мотаний. А раз тебе не хочется отдохнуть от всей этой твоей повседневной суеты?
Все бы очень удивились. Нет, дорогая моя, мы не поймем друг друга. У нас в племени едят людей жареными, и у вас едят жареными, но у нас едят с головы, а у вас хвостатое с ног. Понимаешь, в этом наше коренное разногласие. Ну, правда, мы близки по духу, потому что остальные племена едят людей вареными, а есть такие дикари, которых не коснулась цивилизация, которые вообще едят людей сырыми. Ну, правда, живыми уже не едят, потому что прогресс. Удивительно. Ты все переводишь в шутку. Ты так рассуждаешь, как будто перед тобой вообще вечность, ну, а не так, жизнь. Ты так рассуждаешь, как будто тебе 18. О, смотри-ка, часы я искал. Да, я вот и забыла, что мне не 18, и даже не 28. В этом все дело. Понимаешь, я больше так не могу. Мне это все так надоело. Видеться, потом не видеться. Лучше не видеться. Ой, ну вообще. Брось, ну брось ты, Валя. Ну. Я все время жду тебя. Понимаешь, в моей жизни два занятия. Ждать тебя, когда ты приходишь, наконец, упрекать тебя за то, что пришлось долго ждать. Я только этим и занимаюсь, понимаешь, только. Ну, ты пойми, ведь ты же еще и работаешь, да. Правда? Я все время жду тебя. Я не могу так. Ну, ты понимаешь, что я не могу ну, так? Хорошо, но ведь и не так ты не можешь. Верно? Ну, почему? Могу. Можешь. Уходить. Да, могу. Уходи. Ну, ты напрасно разыгрываешь комедию. Я же ведь все равно ухожу. Да? Я вынужден. Ну, какая комедия? Уходи, все. Вообще уходи. Убирайся, я не хочу тебя видеть. Вот как, вот как. Серенький козлик. Чего не спите? А я смотрю, свет выключили, а сами не идете. Я даже испугалась. Надя, а? Про коровок она. Хорошо мне, Надя? Ну, как они там? Ой, Надя, ты спишь здесь, на этом диване? Он такой мягкий. А детский хозяйка? А сестру как, видел? Сестру? В той комнате. Нет, сестру не видал. А мать видел. Надя, все здоровы, а для чего эти рога? Вот Надя. Для красоты, люб, а не трогай. Вчера видел. Или позавчера. Да, позавчера. Позавчера видел. Да, а как Верка? Верка вечернюю пошла, занимается. Верка? Да. Дорогие товарищи, мы с вами прекрасно знаем, что подъем сельского Чуть. Хозяйства... Тарей свою записала, на собрании говорить будет. Но решить эту задачу Хозяйка. Можно только на современной, угу. научной основе. Угу. Мы много об этом говорим, много пишем. Надо, наконец, начать действовать. И вот тут-то выступает на первый план... Вот возьму, да уйду тоже. Как же ты уйдешь, у тебя же ноги плоские. Ну и что, что плоские? У которых ноги плоские, тех в армии не берут. Перестань, а при чем тут армия? Ты же вот ушла. Я? Что тебе до меня, братцы? У меня дядька с председателем дружбе его. Вот он за меня и поговорил. Правда? Вон за Надю, его тоже попросила, правда? Ты туда же уйду. А чего? Мы же с тобой всего этого не переделаем, верно? Так каждый говорит. А может быть и переделали бы. Да не собираюсь я уходить, боже. Что я тут не видел? Я так говорю, для разговора. Я же не то, что он некоторый. Это что, земляки? А чайник ты поставила? Вы нас извините. Мы тут сидим незваные, как у себя в хате. А чего повставали? Вы садитесь, ради бога. Пошли, Люба. Садитесь, чего устали?
Это что, муж и жена? Угадала? Нет, что вы. Нет? Я в городе живу, у генерала. Ах, у генерала? Вот поживу, погляжу, может, еще в городе и замуж выйду, найду себе жениха подходящего, хорошего. А чё ж ты не вышла дома замуж, а? Дома. Нет, на за кого дома? Дома. Хлопцы моего дождя ни одного не осталось, а все в город подались. Одни девчата кругом вкалывают. А то мужики такие старые, женатые, аж мухом поросли. И пацаны, что еще в школу бегают. Есть там, правда, один Витька, он, правда, с армии пришел, но я с ним поссорилась. А я не хлопец, да? Хлопец. А у тебя ж ноги хлопки. Машка, так у тебя же, посмотри, ноги плоские. А вот еще у нас Федька с Коськой есть. Два близнеца, но до того похожи, что вы видели. Вот выйду замуж за близнеца, сразу двух мужей заимею. Скажи мне. Люди, которые глупые, вроде тебя, которые бесхозяйственные люди, так они, конечно, нигде не проживут. Ни в городе, ни в деревне. А я вот вторую свинью за год привез, и, слава богу, не жалуюсь. И живу не хуже городских. Мать еще и получше некоторых, которые бесхозяйственные и безголовые. А почем же вы продаете? Как и все почему. Мясо по 3 рубля, колбасу домашнюю по 5, а сало... Что, 5 рублей? Да, дорого. 5 рублей. Дорого. А вы свинью когда-нибудь растили? Нет. Ну вот. А говорите дорого, и все вот так. А ее-то кормить надо? Надо. Тебе и 5 рублей. Ну, я не знаю, может, я не в курсе дела, но, по-моему, дорого. Дорого. Что это вы вышли? Обиделись, что ли, а? Да я не на вас. Вы не уходите, чего? Ну, будете еще в городе заходить, что ж вы так уходите? Спасибо. Вот, вы бы поучили ее. Кого? Ну, Любку-то. А. Как жить-то ей надо? А что? Я ведь к ней с серьезными намерениями, а она... Ну что она тут путается в городе? Вы бы поучили ее. Пытаюсь. Мы тоже люди не бедные. Что, чувствуешь себя предательницей, а? Еще надо сходить. Вчера была, а сегодня пойду. До свидания. До свидания. Что такое? Непонятно, люди. Что, все стерто, что ли, все? Надь, ты не трогала, а? Я нечаянно. Ну, как же нечаянно? Ну, как так можно? Ну, значит, можно. Ну, почему ты так говоришь? Ну, как можно так говорить? Ты же знаешь, что это мне нужно. Ну, потому что все это ерунда, вот что. Почему ерунда? Ну, почему ерунда? Ну, потому что все это неправда. Что неправда? Ну, что, разве неправда? Ну, правда, правда. Все равно неправда. Зачем они, городские ваши, все туда поедут? Толку-то? Я не говорю, что все поедут. Поедут наиболее сознательные. Наиболее сознательные. Сколько они продержатся на этой сознательности? Это дело любить надо. А ты любишь? Люблю. А чё ж ты уехала? Не знала. Уехала, узнала. Ну ладно, ты права, ты совершенно права. Надо заниматься своим делом и все. Сегодня уже на другое совещание. По водоснабжению. Тут я хоть знаю, что говорить. Я от вас уйду. Как? Почему? Может, ты хочешь, чтобы я тебя на фабрику устроила? На фабрику?
Но Зина говорит, у них общежитие хорошее. Нет, я не про общежитие, ты можешь у меня жить дальше. Нет, я уйду. Как это ты уйдешь? Ну, я к тебе привыкла уже, мне без тебя скучно. Ой, скучно, у вас столько народу толчется каждый день. Да, народу много. А я на фабрике была, даже в столовую к ним заходила. Народу там полно. Вот я дома, как приду с работы, как наварю борща, как седу, как нарубаюсь. А здесь я в столовую пришла и вроде бы заплатила, а есть не могу. Почему? Стесняюсь. Никогда. Что? Да. Что? Я думала, что ты не приедешь. Никогда. А, ну это я думал, что я тоже не приеду. Ты же меня вроде выгнала. Алло, Валя, слушай, ну, в общем, завтра я приеду. До свидания. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Приезжай завтра. А вы же уезжаете? Да, я уже. Осенью на Бестае рудник начнут строить. Должны начать. Сперва столовку будут ставить. Это уж как всегда. Сумеешь поваром? Должна сумеешь. Ну что, уехал твой? Золото искать. Шляйся с кем попало, посуду мыть. Девушка, ну куда же? Я вот разыскал его другой. Адрес. Городской. Он иногда живет там. А сейчас его здесь нет. А вы что? Спасибо большое. А вы что, его родственница? Нет. Нет. Я... Он обещал мне на работу устроить. Поваром. Осторожно, надо, чемоданчик.
Забирайте. Сейчас поедем назад. Приезжайте. Здравствуйте, девушка. А что-то вы не здоровы? Девушка, ай-яй-яй, здороваться надо. Thank you.